Ой, глаза одинаковые с лица. 27 градусов. Лора, тебе скучно, поехали. Ну, ты злодки. Семья уезжает за город. Сиденье. Отведет жениться. Зашла и поспитать. Мама Мия! Что это? Кто это? Когда это? Что происходит? К самому большому сначала. Так, у нас самое интересное происходит. Это планировка. Здесь, получается, все равно ванну, да, делаем? А у этих ребят как? Тоже ванна здесь, да? Это знаешь, как игра, у меня в детстве была игра Sims называлась. И там нужно устанавливать свою, там, делать спальню, кухню и потом играть за персонажей. А это прям вот потрогать можно. А там я в компьютере это все делаю. Таким будет там управление, как моя старая гусеница. Там мышка была такая и клавиатура. Ну, как на компьютере, знаешь? Ты в детстве мечтала это увидеть? Слушай, точно, это, наверное, книжки. А где они лежат у них? Здесь у них шкаф открывается. Открывается шкаф. Да! Но сюда не поместятся книжки. Поместятся, конечно. Поместятся, конечно. С Новым годом, Ев! Спасибо. Вот так, смотри. Ну да. Они закроются сейчас? Нет. Презент, вот. И еще у меня есть конфетка синяя и розовая конфетка. А тебе омлет лучше? Мне лучше супик. Да, омлет. Ты отличная его хозяйка. А давай тебе не супик, а омлет. Смотрите, что я придумала. Гладить прямо на столе скатерть. Так будет быстрее. Ну, я, получается, погладила на доске только края, чтобы... Ну, здесь это невозможно уже сделать, да, только если двигать скатерть. А саму серединку глажу прямо на столе. Я гений? Как вы думаете, кто тот человек, у которого в Новый год выскочило 3 прыща? 1, 2 и 3. Вот это сила макияжа, девочки. Мы едем сейчас на новогодний обед. И потом будем гулять в ледовом городке. Я такая пушистенькая. Внутри немножко пюрешка, наверное. Ну, наверное, баклажановая. Прикольно. Угу. Необычно, да? Пакета приправы для глинтвейна. Это на литр, значит на 2 литра весь пакет приправы. О, боже, какой аромат. Хотите понюхать? У нас там гранатовый сок получается. И вишневый. Можно еще добавить мед. Написано, добавляйте сахар в 6 ложек. Сахар и вишневый сок. Девочки. Мы же в прошлом году ничего не добавляли. Ну, не надо. Попробуем. Тебе как там пирожок? Мне нравится. Она не успевает за скоростью, по-моему, немножко. О, Дедушка Мороз, мы вас ждали. Открываем. Здравствуйте. Здравствуйте, Дедушка, здравствуйте. А Ева здесь живет? Правильно я пришел? Ну подойди ко мне, внученька моя. Проведи меня, где елочка твоя, покажи мне. Сердитый волк рысою пробегал. Много-много радости детишкам принесла. Вот она. Держи.
Это подушка? Вау. Мне можно спать. Ну что, раз такой случай, давайте играть уже. Ты, я вот застеснялась, да, немножко Деда Мороза? Ты такая вся стесняшка. В городе мне скучно было. Я не буду. Это в городе мне скучно было. За городом смею. Исконного места обитания. Слушайте, как здорово. И потанцевали, и попели, и порисовали. Что, можно подарки раздавать? Саня, ну мне сюда Саня. Где подписано? Это мама читает. Это написано ей. Ева, не бойся делать первый шаг. Тебя приятно удивить то, что за ним последует. Это чтобы ты не боялась начинать новое. Да, что-то задумала, делай. Не напрасно было. Привет, малыш. Малыш младший. Вторая сковородка побольше, поменьше. Обалдеть. Тебе, еще тебе. Еще тебе. Еще тебе с корицей. Зубы еще с корицей. Правда, что ли, зубы? Да. Открой. Паста. Еще одна сковородка. Еще сковородка. Подожди, давай по очереди. Бабушка не успевает. Еще одна. Подожди, они все разные. У нас новая настолка, называется 5 секунд. Тут, значит, есть разные стопочки с заданиями, и мы по кругу ходим и должны успеть за 5 секунд ответить. Если успеваем, переходим дальше. Вот такая вот штука. Она ровно 5 секунд длится, получается. А, да, вот эта пока штука свисает вниз, стекает. Что, Ева настроилась тебе? Да, хочет с нами играть. Давай, можно ей одну... Мы тебе фишечку дадим? Не хочу. Да, я даю. Синюю. Это кто играет? Я. Желтая спокойная. Я. Красная игла. Давай. Итак, Ева, назови один предмет, который... Я нужно же переворачивать. Я же слышу. Не знаю. Вот блинчики. А вот эта штука, например. Так она здорово придумала. Это ты показала блинчики ей, да? А я думала, эту штуку сразу скажет. Назови три способа сделать предложение. На воздушном шаре просто встать на колено и подложить в еду, выпить шампанское в кольцо и покоснуться. Классно. Это моя была задача. Классно. Сейчас бабушкина задача. Давайте. Что за важный человек приехал к бабушке в деревню? Все Евина. Представляете, шапка Евина, костюмчик Евин, это же Евина. Все Евина. Все, ничего твоего здесь нет. Вообще ничего. Только ты. Ты только. Мама! Ребенок только что получил первый в жизни банан. Ну-ка. Ну-ка, докажи. Докажи, что ты с нами. Докажи, что ты человек. Вот смотрите, человек без зубов, а уже ест. Он вообще в шоке. Ну, конечно, не совсем такой первый прикорм, как должен быть. Знаешь, чисто тут торчат эти кожура какая-то. Сидишь? Зато сидишь у папы. У папы тепло, хорошо. Ладно, все, хорош, да? Отпускай кожуру. Дига-дига-бумба, банановое лицо. Мама, мне надо что-то Дед Мороз из стихера найти. Что? Мне что-то Дед Мороза найти. Что, правда? Это правда. Лоска не обманывает. Открывай. Что там? Шоколадка. Шоколадка. Мы достали ковер. Картинку делать. Смотри. Ковер для ползания достали. С чердака. С гаража. Супер условия, поползти сразу. Вау. Мира хочет есть камеру. Смотри. Камеру, смотри. Твоё номер чай, номер чай. Всё? Это мой ангел. Это ангел Ева. И вот еще один ангел Ева. Мама, помоги мне встать. А ты сама-то помогай себе тоже. Уй. О, боже. Вау!
да? У него лицо в снегу. Что, сама вылазь. Ева, у тебя лицо в снегу? Ага. Тебе нормально? Вот это трамплин, да? Угу. Сбей трамплин. Все хорошо? Холодно. Пойдем. Мы надели лыжи на коляску. Коляска, которая здесь живет, в деревне Евина. Старая. И козырек от снега. Наше снаряжение уральское. Привет. Привет. И вас нужно обеих раздеть? У меня же нету 4 рук. У меня же только 2 руки. Кто-то будет ждать. Кто первый? Я. Ты первая что, раздеваешься? Да. А Мира будет ждать? Мира, ты как на это смотришь? Двое из ларца одинаковых с лица. Румяные висячки. Смотрите, эта штука, снегоуборная машина, ее делал дедушка Денис еще 25 лет назад. И она лучше всех убирает, потому что она из нержавеющей стали, да, ты говорил? Да, гладенькая, толстенькая. Не можем хоть сколько вести? А еще что, она режет снег удобно, потому что если он заледенел, да, то уже это обычная пластмасса не берет там. Это взлетная полоса у Дениса. Мы убираем со двора в огород, потому что здесь в огороде может растаять, и это будет на благо. Я просто изучаю эти основы жизнедеятельности в деревне. Посмотрите, какая милота. Хочется сделать вот так. Вот это вот тоже мило. И солнце. У нас сегодня -32 по ощущениям. Но все равно прикольно. Я бы сейчас не променяла такую зиму на +35, например. Потому что именно Новый год прикольно праздновать вот со снегом. Вот с таким слоем снега. Привет! Согреваешься? Не понимаю, что ты говоришь. Кто читает по губам? Расскажите мне, что говорит Ева. Ты меня зовешь? Что? Ну что, праздники закончились, и настало время ставить новые цели и делать то, что откладывал в прошлом году. Кто-то, подводя итоги, понял, что нужно обзавестись новым хобби, а кто-то решил полностью изменить свою жизнь и поменять профессию на ту, что будет более прибыльно и актуально. Если вы тоже об этом думаете, то настоятельно рекомендую присмотреться к сфере IT. У нее много преимуществ, например, высокий заработок и возможность удаленной работы. И если вы думаете, что в IT только мужчины, нет, это миф. Там очень много направлений, и каждый может выбрать свое по интересу. А определиться с тем, какая профессия подойдет именно вам, поможет онлайн-курс IT-специалист с нуля от Skill Factory. Он как раз рассчитан на новичков и начинается с профориентации. Вы на практике попробуете 9 топовых направлений, выберете одно, то, что вам наиболее по душе, и начнете полноценное обучение. На курсе вы будете практиковаться на проектах от реальных заказчиков, наберетесь опыта и соберете сильное портфолио, чтобы отлично презентовать себя работодателям. После обучения центр карьеры Skill Factory поможет найти работу. А если вы все же не трудоустроитесь, то школа вернет вам деньги. Это прописано прямо в договоре. Ну что, готовы начать год с обучения новой профессии? Тогда переходите по ссылочке в описании и подавайте заявку на обучение. А по промокоду ПОСНОВА вы получите скидку в 45%. Skill Factory учат тех, кого берут на работу. Доброе утро от самых отчаянных людей. 27 градусов. Урал. И мы мчим на завтрак с Евой. У нас просто выпало огромное количество снега везде. Это вот просто все в сугробах. Очередной раз, на самом деле, уже вот именно такие большие объемы. И еще написано в прогнозе, что в ближайшие 2 дня снег не остановится. Я сегодня у Лисы спрашиваю, такая: Лиса, когда закончится снег? Она говорит: послезавтра. У нас Ева романтика девчачья. Мы берем с собой кучу игр, завтракаем и болтаем.
вот так вот, видишь, крепление, носик у меня туда, хорошо спрятал. Отлично, нажимай на него. Ты понял, да? Водное занятие. Обучаться, да? Ну, вообще, она чувствует, что такое скольжение. Вообще. Да. Что такое скольжение на... А мы с тобой, блин, вообще кто здесь? Что мы будем с тобой делать? Давай завтра приедем вдвоем. Серьезно? Мы покатаемся. Прикольно. Такая радостная. Мои потекшие стрелки. Да. Денис все время называет макияж маникюром. У тебя проблемы? У тебя еще маникюр макияжем называют. Да? Да. Обычно же мы поговорим про макияж. Да, обычно говорит, про макияж. Покажи макияж. А я пришла с маникюра. Я такая, на, смотри. А там педикюр. Ева едет, это Ева едет. Ну, а ты куда? Мира уснула, все у нас по плану нашему родительскому. С ней няня гуляет здесь просто по прочищенной дорожке. И мы сейчас тоже экипируемся с Денисом. Уже время скоро выйдет у тренера, и мы будем просто сами в удовольствие кататься. Я вообще каталась 2 раза в своей жизни на горных лыжах, но очень быстро научилась, это очень легко на самом деле. А в детстве мы катались все время на обычных лыжах. С папой ездили за город. И он умел коньковым ходом ездить, а я нет. Я, как знаете, просто вот так вот вперед, типа по лыжне. Как будто просто бегом идешь. Я вообще не понимала, какой смысл. Не, ну это какая-то 100% хорошая была разминка, тренировка, кардио такая, знаете. Ты просто как будто все время бежишь. Держалась. Тебе понравилось? Самолет! Ура! Мой первый спуск в этом году. Мы с Денисом в итоге по очереди катаемся, потому что мы Еву здесь не сможем контролировать вот на таком спуске, несмотря на то, что кажется, что он маленький, но вообще нифига. Там такая скорость, ого-го. Я на горе. Сейчас поеду. О, уже поехала. Так, надо вспомнить, как это делается. По-моему, в эту сторону вот так. Ой, кто-то уехал в кусты. По плану, наверное, это какая-то более классная трасса. О, мы же знаем, что я смотрю на дальний. Привет, самолетик! Семья уезжает за город на 2 дня. Практически потемки, и у нас немножечко тоже потемки в номере. У нас получается 2 дома на нашу семью и еще мамам нашим, и еще моя сестра. Короче, как-то должны поместиться, да, малыш? Должны как-то все поместиться. Тут такая общая зона. Кухонка небольшая, вот холодильник. Отсюда выход на террасу, и там озеро. Здесь диванчик, но так довольно прохладно на самом деле. Хотя мы уже поставили вот эти вот обогреватели работать. Вот эта штуковина не работает, она для вида, эта печка. И вот здесь 2-я спальня еще. Такая же. Для начала надо вещи хотя бы разобрать. Папа сейчас вещи все принесет сюда. Мы разберем их и можем сразу идти в целом. Ты видела, кстати, вообще каток? Да, я видела по карте. Денис привез нашу тележку вещей. Просто посмотрите. 2 дня.
Настенька, моя родненькая сестричка. Да, мне нужна. Мы взяли на прокат коньки. Я пытаюсь найти свой 41-й. Но, похоже, его нет. Все, готова? Папуля готов? Мамуля еще нет. Пойдем. Ну, давай, хорошо покататься. А я. Мы носки ждем. Ну, мои. Вы идите тогда. Бабушками хорошо, да? Вообще. Помощь. Я буду кататься, отлично. Идите катайте Миру. Да-да-да, удобно. Они еще обе не любят бассейн. Так что мы завтра будем. Я не могу найти зимнюю себе обувь уже, ну, очень долго, просто потому что размера не могу найти на мою ногу. 41-й. Третий год ношу одни и те же, потому что они по размеру мне нормально, остальные мне узкие. У меня Настя отказывается сниматься. Все, пока! Я пошла! Я нарушаю твои границы! Я снимаю твою спину. Смотришь вперед и вперед пошли. Так же, как ходить. Я вообще очень неуверенно себя чувствую. Лучше с папой, Ева, с папой. Я буду потихонечку пытаться. Бух. Не больно тебе? На лед прям ев. Да. Это успех, я считаю. Сел. Сиденье. Сиденье. Стул. Стул. Много стульев. Стулья? Стулья. Ряд? Стульчики? Да, все. Стульчики. Да, все. Мы пошли играть. Тут начинается квиз от отеля самого. Мы не могли не поучаствовать. Мы же и так любим настолки всякие. Идем с детьми, со всеми. Это квиз, у меня тоже опустились уголки губ, как у вас. Поэтому это абсолютно нормально. Смотрите, наша ребусня сегодня музыкально-новогодняя. Ну, то есть все будет связано либо с музыкой, либо с Новым годом. И не все будет с ребусами связано, то есть есть какие-то вещи просто визуальные. Ваша задача, в принципе, на них ответить. Сейчас определите, кто у вас будет записывать про... Итак, время вышло, у нас есть 30 секунд, чтобы обсудить. Если они вам не нужны, мы переходим к правильным ответам. Не нужны. Не нужны. Вы уже все написали, вы? Нет, кларнет, правильно. Кларнет. Отлично, кларнет. Бал. Балада. Балалайка. Да, это к слову о синоним. Балалайка. Кто это придумал? И я. Это я не придумал. Это очень интересно, правда. Написали? Да. Вы тоже написали? Переходим к следующему. Здесь легко, да. Вот это тоже легко. А вот дальше да, будет да, сложнее. Да? Ева, пошел дальше. У нас доброе утро. Мы все долго очень спим. Уже рассвет, а зимой рассвет. Это значит, что 9 утра. 9 утра, подтверждение. Я самая первая проснулась час назад. У меня дрип такой. В пивной кружке. Там такие красивые елочки. Девой уже за чтением. Тут младший пирожок спит. Ой, а что происходит с этой с куклой? Вы что, ее в планку на ночь поставили? С колокольчиками. О, красиво.
Смотрите, на закате еще. Вот контент снимаю хороший. У нас еще одна движуха, горка. У малыша дневной сон. Вообще мы отчаянные, конечно, ребята. У нас минус 30 на улице. Но, слава богу, нет ветра. Смотрите, как ясно. Давай. Бабушка. Еще одна бабушка. Ой, как хорошо в лесу. Солнышко такое. Пап, давай вместе. Мы вместе? Да. Я с папой. Да, да, сейчас бабушка одна поедет, потом папа с тобой. Я даже не знаю хронологию событий, которые вы видели до этого, потому что я снимаю, знаете, вот когда есть возможность, просто снимаю. Что попадет в этот влог? Не знаю. Снимаю все наши активности. Мы так много, на самом деле, запланировали всего. Так у нас активно проходят эти дни, что кажется, что аж too much. Я сейчас прилегла с Мирой просто покормиться и просто такая выдохнула. Мы играем в основном, много гуляем, столько активностей, каток, бублики, спа тут классное. Дебусик, тебе вообще кайфово, да? На лыжах здесь катались, на конях, и верхом, и в санях. Кто ко мне идет? Привет! Девочка, Мира к нам идет. Давай, заходи сюда. Смотри, мама. Держитесь за ручки, да? Мире вообще нравится все, что делает Ева. Все. Играем шпиона. Шпион это как мафия, только что ты такая пупсичка? Трогаешь ножки ее. Мы с Мирой остались вдвоем. Сегодня у нас уже выселение, и у Миры всю ночь была высокая температура. Я не знаю, что это, зубы, не зубы. Ой, я как это в тени. Тут свет такой странный. Надеюсь, что это зубы, а не какая-нибудь простуда, потому что у нее как раз сейчас активно чешутся десна. И ночь, конечно, мы спали с ней не очень сладко. И сейчас я решила тоже не ходить на завтрак, чтобы лишний раз ей не ходить в эти массовые скопления людей. И лишний раз вообще, чтобы просто ее не беспокоить. Я дома себе гречку сварила, поела бутики с красной икрой, между прочим. А потом меня сменит мама. Мы еще должны успеть в Басик сходить перед выездом. Тут, правда, Басик открытый. На улице, понимаете, да? На улице минус 26. Но ты там выбегаешь из бани, и пока ты еще разгоряченный, ты идешь сразу в бассейн. Лось из Германии, который... Ева его обожала. Линки-линки sind wir. Смешно? Смешно, мама? Это просто гениально, блин. Это было так. Чайный пакетик. Берешь, дергаешь, и тут такое вот ситечко. Травяной чай. Там чай. Это капец, я люблю все гениальное. Это потому гениально. Что, скажи, потому что я гений. Это вот для хорики, для ресторанов, для отелей, это вообще офигенно. Открывай воду, кипяток. Капец. Да. Это проще, чем дрип в мире кофе. Съела весь мед. Выбрасывай туда. Это проще, чем дрип в мире кофе. Ну да. Ой. Сюда можно ли с телефоном? Неизвестно.
может нагреться через 5 секунд. Зашла и вышла, называется. Жарко. О, плюс 98 градусов. Так слабо верится, когда видишь лед под ногами. Это контраст, да? Прикольно, так пар от вас идет. Тут обрывчик. Ты как не нырял, да? Ты актриса? Долго стоять так будешь? Посмотришь, что это? Что это написано? Ева. Угу. Смотри, Ев, я хочу тебе рассказать правила. Я знаю, что он умеет. Он умеет менять цвет, и можно формочки делать. Угу. Только у нас важное правило. Играем с песком, мы только в этой зоне. Если песочек ты рассыпаешь, ты его подметаешь сразу сама. Мало песка. Нормально, это достаточно песка. Смотри, все вытряхивай только на него, ладно? После него тоже ручки моем и закрываем эту зону. Если поиграла. Регулируется высота. Да, можно поднять. То есть вот прямо вот на вот эту же высоту еще можно выдвинуть, да, примерно? Вроде да, там написано до 8 лет. Малыш тоже хочет уже за свой стол. Внутри ей нравится, светится там что-то. Вот здесь включается, выключается. Вы часто спрашиваете, в какие настолки мы играем. Вот с Евой, например. Одна из самых вообще классных настолок — это «Алиса в стране чудес». Почему? Потому что здесь, как мне кажется, просто идеально все. У ребенка развивается пространственное мышление, логическое мышление. Что здесь, значит, нужно делать? Вот есть задание. Где располагается замок? Ты уже все? Ну, теперь надо решать задачку. Вот, например, замок. Вот Алиса, вот зайчик. И у нас есть разные дороги. И нам нужно дорогу выстроить так, чтобы Алиса... Куда попала, Ева? Куда? В замок. Да, но только дороги нужно выстроить вот такими штуками, и они по-разному там извиваются, у каждого своя траектория. И есть прям задачка, да, что мы здесь ставим кустики. Ну смотри, здесь получается нет заворота в замок. Не получится. И вот так сидим, подбираем, думаем. И на следующей странице есть ответ, но мы пока не подглядываем. Ты же сама решила на уровень мастер перейти. Да. А это? И правильно входы еще раз тоже. Входы, да, правильно. Смотрите, уровень мастера заключается в том, что и у кролика свой должен быть вход в замок, и у Алисы. И нужно разными путями пройти. Получается, используются все дорожки. И очень даже интересно. И они такие, знаете, красивые все. Мама. Так приятно трогать. Мама. Да. Квакозябра. Памятный момент. Первый прикорм. Кашка. Кашка. Как тебе кашка? Гречневая, между прочим. О, что-то интересное. Это кашка. Понравилось? Малыш. Ну как? Да вроде заинтересовалась. Я так обожаю эти январские каникулы. Это такое спокойствие, отсутствие спешки куда-либо. Ты просто очень много дома, очень много играешь, гуляешь, прибираешься. Обожаю прибираться, именно, знаете, вот удовольствие, когда ты выделяешь время, сам хочешь что-то там пораскладывать по полочкам. Сейчас покажу вам. Я разобрала свои ящики. Здесь был завал немножко разных документов, чего-то еще, знаете, того, что хаотично складывается, чтобы быстренько просто убрать. Вообще, в идеале бы еще как бы зонировать их, но я пока не находила
невысоких разделителей ящиков. Не только все высокие, а здесь ящик такой невысокий. В общем, у меня здесь все, что связано со спичками, такими вот штуками, чтобы зажигать благовония, свечи. Всякие зарядники, которые мне важно под рукой иметь. Немножко стикеров, салфетки, вот эти вот метки на карту. Здесь кремушки для рук, потому что когда много монтирую, увлажняю периодически. И еще сюда надо бальзам для губ положить. Блокноты новые, которые можно уже использовать. Всякие скрепочки. Это техника от Аймака. Пока не решили, будем продавать его все-таки или нет. Ну и в целом за эти январские праздники мы так потихонечку разбираем всякие наши шкафчики, организуем пространство. Я вот это обожаю. Мы сейчас поедем на представление новогоднее. Оно будет длиться 2 часа. Меня видишь? Да, вижу, конечно. Оно семейное. То есть не просто детям должно быть там весело, а в идеале, чтобы было весело всем. Ты в чем поедешь? В каком наряде? Костюм единорога. Давай. Ой, у меня тоже есть костюм единорога, но я в нем не поеду. Мне будет жарко в нем, я люблю. А я поеду в стрекозе. А, в платье стрекозы? Да. Давай. Империал оркестра. Я с тобою скоро чокнусь от этих проверок на прочность. Но видно, все согласно, но мне ты не подвластна. Вот мой секрет, ты посмотри, здесь чего только нет. Ребята, вставайте танцевать, не стесняйтесь. Эва, пойдем танцевать. Жизнь лишь мечте к чуде. Вдруг я пройду вдалек, а другой. У нас антракт. Я вожу смин. Мне очень нравится. Тебе нравится? Тебе нравится? Нормально. Еще не нормально, офигенно. Мне краб понравился. А? Что-то мне хочется снять. Хочется снять жасмин? Да. Неудобно? Мы, получается, приехали сюда с няней. И няня катает сейчас коляску со спящей Мирой. Спящей красавицей. Со спящей красавицей. Давай еще так. Давай. Давай.